Священный исповедник Сергий Правдолюбов родился в 1890 году в селе Маковеево в Рязанской губернии в семье священника. Сергей Анатольевич закончил Рязанскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию. После женитьбы в 1915 году он был рукоположен во священника и направлен служить в слободу Кукарка в Вятской губернии, где через 4 года стал настоятелем Троицкого собора. В 23-м году отец Сергий с женой и 5 детьми переехал на родину в Касимов, где был назначен настоятелем Троицкой церкви. С 29-го года батюшка подвергался неоднократным арестам, а в 35-м году по делу последователей блаженной Матроны Анимнясевской отца Сергия вместе с сыном осудили на 5 лет заключения в Соловецкий лагерь. Освободился отец Сергий в 1943 году и вернулся в Касимов. Но Троицкая церковь была закрыта, и других священнических мест не было. В декабре того же года протоиерей Сергий Правдолюбов был мобилизован на трудовой фронт в каменоломне Рязанской области. В течение 3 лет он работал там в качестве сторожа. Здоровье его было надорвано. Последние годы жизни отец Сергий прожил в селе Лебедянь, где служил в местном храме. Там он и скончался в 1950 году. Похоронили батюшку на родине в Касимове в Троицкой церкви. Восемнадцатое декабря. День памяти священноисповедника Сергия Правдолюбова, Касимовского пресвитера.